Hello? 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 Аркадий? Вилли? Where have you been? Аркадий, of course, здесь, в гостинице. I know you're in the hotel, but where have you been? I've been searching for you. Да что ты, пятый раз меня переводят из номера в номер. But five times you've changed your room. Да, why? Да потому что это такой отель. Здесь масса туристов, масса иностранцев, много делегаций, всевозможных журналистов. Yes. Здесь так интересно, ты знаешь, очень много национальностей в разных костюмах. You don't say. Да. Lots of foreign people, yeah, with the national costumes and everything. Wow, that mm-hmm. certainly is interesting. Mm-hmm. Listen, да? Аркадий, да? Why don't you make an act of it? No, it is impossible. Why? No. Все актеры у нас сейчас, знаешь, у нас holiday. Well, what of if your actors are on holiday? You can play it all yourself. You don't need actors. I? Yes. All? Yes. All alone? Yes. It's too difficult for one Not man. Not for you. You can do all no. the roles by yourself. I understand. But hello? Hello? Really? Hello? Бессонница. Третьи сутки не сплю. Попробую прилягу, может быть. Может быть, что-нибудь у меня получится, не знаю, может быть. Может. Меня извините, можно к вам? Так, извиняюсь, тут его нету, так. Батрум, но тоже нет. Я в стороне, да? Слип. Алло? Нет, это не он, совсем наоборот. Это администратор театра «Миниатюр». Со мной кто говорит? Администратор отеля. Очень приятно. Слушаю вас, коллега. Я извиняюсь, вы случайно не из Одессы будете? Нет, ну я думаю, администратор, почему бы и нет? Слушаю вас, коллега. Я, чтобы он приехал в другой номер. Слушайте, я понимаю. Слушайте. Мы понимаем. Слушайте. Иностранцы, туристы. Я уже все понял. Привет, коллега. Привет. Слушайте, вас хотят перевести в шестой раз, вы видите, смеяться. Спит. Вот что я сделаю, я правильно поступлю. Пока он спит, я воспользуюсь этой паузой. Я помоюсь у него в ванной. Это самое правильное дело будет. Да, он уже ушел. Да, пожалуйста. Он уже уехал. Пожалуйста, милая. Да-да, пожалуйста. Пожалуйста. Да, прошу вас, пожалуйста. Да, слушаю вас. Алло. Пожалуйста, Валюша, милая, здравствуйте. Это Агнеса Павловна. Пожалуйста, милая, дайте мне, пожалуйста, нижний холл. Пожалуйста. Здравствуйте. Менеджерин, yes. Yes, Агнеса Павловна. Милые, пожалуйста, там у вас в холле сидят иностранные туристы, да? Там американец, японец и кто еще? Индус. Да-да, пожалуйста, милый. Пришлите сюда, я в 101-м, пожалуйста. Да-да, пожалуйста. Пускай они посмотрят, годится ли этот номер. Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, милая. Валюша, милая, дайте мне отдел иностранного обслуживания, немецкий сектор. Да? Пожалуйста. Здравствуйте. Это Гласа Павловна. Alles gut, ja, alles, ja, ja. Dankeschön, ja. Ja, bitte, ja, 274 und 78, ja? Und, na, no, das ist alles, ja. Na ja, ich verstehe, aber das kann nicht sein, das ist unmöglich. Gar nicht. Keine Zimmer, ja. Ja, ich verstehe, aber, na ja, ja, ja. Oh mein Gott, ja. Ja, no, schrecklich. Über eine Stunde, ja? Ja, also, wiedersehen, ja, wiedersehen. Пожалуйста, милый французский сектор, пожалуйста. Здравствуйте, Агнеса Павловна. Комансуа. Привет. Je commence à être fatigué. Ma pauvre tête. Телефоне troisième étage. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Пожалуйста, уберите этот номер, посмотрите, что у них там в ванной творится. Посмотрите, что... Боже мой, голые люди! Что они себе позволяют, просто невозможное дело.
которые не дают домыться. Какой-то кошмар невозможное делать. Это не гостиница, и турист, это свистопляска. Надо его скорее отсюда перебирать в другую гостиницу. Какой-то кошмар. А? Ужас какой, не дают домыться. Пожалуйста, мне швейцара. Дайте мне швейцара. Да, пожалуйста, прошу вас. Мне нужно вещи принести. 101-го, 302-й. Срочно, давайте. Ужас какой. Домыться не дают. В прошлый раз тоже пошел я в баню. На мое счастье погас там свет. Мало того, что я упал с полки, так я ударил себе локоть, плюс колено, плюс об столбик затылком, минус 2 зуба. Стал я одеваться, все надел на левую сторону, плюс задом наперед, плюс чужие носки, минус мои штиблеты. Мне даже сюда швейцар через полгода придет. Вот что я сделаю, я правильно поступлю. Я домоюсь в ванной, это будет самое правильное дело, самый правильный выход из положения. Ой, милый народ, что делать-то? И все иные странцы с ханом поговори, как чтоб тебе понял. Вот с ханом стол, и есть стол, так не. По-немецки ты индойч, будете дертиш. Франце, ля табля. Инглиш, все тёйбл. Вот Агнеса Павловна, которая преподает все эти иностранные хозяйства, она говорит, за что я тебе уважаю, Никодим Петрович, это за твое, for good your, good pronunciation. Я уже и добылся. Вы знаете, у меня мальчик учится здесь в школе, я послушал, как они между собой разговаривают. Детки, это какой-то кошмар. Не размахивай рукам, не шевели ногам. И, ребята, идите сюда, я уже давно одевший. Что это с вам случившее? Что это вы в лице переменившие? Никак вы заболевшие? Я прихожу к директору школы, я говорю, послушайте, как они у вас разговаривают. Он мне отвечает, они у нас так привыкшие. Как говорится, год не пей, два не пей, но после бани дай бог здоровья. Водка, так, а где стакан, глаз, а, не вижу. Я думаю, что-нибудь там я найду в ванной, что-нибудь из-под зубной щетки, может быть, что-нибудь. Эх, камра, дусра камра, бахрум. Хе, я харам сарахунга. Худачка, шукрия, райкин, ху, райкин, ага, beg your pardon, райкин. I am райкин, yeah. How do you do?